Подхожу я к тепловозу, по всей видимости. Здесь должен быть динамит. Также облутал я убитого бандита. И с него как раз поднял вот этот сломанный обрез. А убитый бандит был в том месте, где я встречался со сталкерами. Перед лагерем. Так, это кто там? Зомбированный? Зомбированные собаки. Оставлю их в покое, пусть резвятся. Смотрите, еще один артефакт душа. Так. Как-то странно, почему меня не убило. Вижу ящик. Но прежде чем вернуться к волку, я хочу все-таки забежать на элеватор. Так, душа, да, по-моему. Сытность, удар, плюс стойкость. Здоровье плюс 350%. Даже не пунктов, а процентов. Я, по идее, должен быть вообще бессмертный. Плоть увязалась за мной, но там еще и кабан бежит. Вот что происходит, если пользоваться сломанным оружием. То есть меня ударило по рукам и сняло часть здоровья. Да, опасно. Что там за схрон, интересно, будет на элеваторе? Что там вообще в нем находится? Надо часть еще продать будет Сидоровичу. И уже в дальнейшем продвигаться вглубь зоны. Схрон отмечен, да? Не придется вообще его искать. Или что это у нас здесь отмечено? Обыскать ящик. Так, больше ящиков никаких я здесь не наблюдаю. Может, этот сталкер поднял, конечно, с ящика. Привет! Что ты здесь делаешь? Сижу, а что? А что за ящик рядом с тобой? Не знаю, ящик как ящик. Здесь кругом ящики. Что в нем было? В смысле, откуда же мне знать? Я сюда просто пришел просто так. Отлить зашел. А тут приперся ты со своими дурацкими вопросами. Ты всегда до ветру за 3-9 земель ходишь. Сам посоветовал из деревни носа не высовывать. Ну и нудный ты мужик. Шел бы ты отсюда, пока не случилось чего. Чего же, например, договаривай. Да я это просто так сказал. Тут же опасно все-таки. Отдай мне то, что было в тайнике. Можешь быть свободен. Что за наезд вообще? Оно твое? Что ты права качаешь? Ну и не твое ведь. Ну и не твое же вместе с тем. Это зона, приятель. Здесь кто успел, тот и сел. А успел в данном случае я, значит, хабар мой. Вот значит... Так. Но ты правильно сказал, что здесь опасно и может всякое случиться. Бандиты там или шальная пуля. Ветелек-то прикрути, коптит. Все равно ты мне ничего не сделаешь, иначе не получишь то, что лежало в схроне. Давай лучше договоримся по-человечески. Хорошо, что тебе надо? Услуга за услугу. Ты мне артефакт, я тебе хабар. Там хоть что-то стоящее? Шут его знает, но думаю, что да, просто у меня нет времени сейчас с этим возиться, а ты сам смотри. Хорошо, какой артефакт тебе нужен? Мне нужен каменный цветок. Ладно, получишь ты каменный цветок, смотри, только не загнись, пока я его буду тебе искать. До встречи.
Ушлый лекарь присвоил себе содержимое схрона бывалого, однако он готов обменять все на артефакт каменный цветок. Каменный цветок. Ведь у меня его нету. Каменный цветок, он выглядит даже не так. Ладно, нужно отнести ящик с динамитом волку. Не буду я разгуливать с этим ящиком. Возможно, даже это опасно, гулять с динамитом. И потом надо решать вопрос с каменным цветком. Где его искать, хотя, возможно, волк... Навряд ли, конечно, но волк может, в принципе, выдать за этот ящик как раз именно награду в виде каменного цветка. Также нужно часть оружия скинуть торговцу. У торговца я не видел в продаже свободных артефактов. Возможно, стоит поторговать с другими сталкерами. У одного из них может найти, ну, может сталкер нашел или подобрал где-нибудь артефакт. Так, это что? ППШ-41. Пока не интересует. Обыскать, опросить всех сталкеров. Нет. Здесь нет. То, кстати, про но гитару. Привет. Здорово, кто такой, чем знаменит? А я бы сейчас выпить не отказался. Угощу, да, держи. Чего ты на земле высматриваешь? Обронил что-то? Ничего я не обронил, просто ищу. Уже целую неделю почти. Заколебали меня эти духи. Чтоб их, не понял. Еще раз, кто тебя заколебал? Мужик, ты только не подумай, что я дурной или до белочки допился. Вовсе нет, в этом доме чертовщина какая-то творится. Я в нем недавно поселился, мне волк посоветовал, сказал, что это единственный свободный дом в деревне. Ага, в нем никто и не жил до сих пор, потому что страшно. Чего страшного-то? Жуткое место, блин. Здесь по ночам кто-то невидимый ходит, а когда первую ночь в нем ночевал, услышал фразу. Громко так, топочет и стонет. Иногда можно даже что-то вроде слов разобрать. Топает по дому, стонет, а потом начинает тихонько подкрадываться. Еле слышно, половицы скрипят. Если лежать и не дергаться, то можно почувствовать, что дышит. Что дышать становится все труднее. Это он душить начинает. Ничего себе. Кто это? Контролер у вас завелся, что ли? Нет, это не контролер точно. Это что-то пострашнее. Боюсь, я не выдержу и свалю отсюда. Смотри сам. Но ты мне так и не ответил, что ты ищешь. Правда или нет, не знаю, но вроде кто-то до аварии в этом доме зверски убит. Вернее, нашли, но не полностью. Убийца расчленил труп и спрятал по кускам в разных местах. В доме, во дворе и даже в ближайших окрестностях. Вроде бы этому убитому духу дух не может успокоиться до сих пор. Порыскал по дому и представь, нашел под одной из досок пола странную кость. Показал ее лекарю, то сказал, вроде как человеческая, не знаю, что и думать. Давай я тоже... Поищу, может, чего найду. Так, гитару мы не нашли у музыканта, но у нас появилось новое задание. Тайник старого дома. Разыскать останки убитого. Первая часть, вторая часть, четвертая. Поговорить с музыкантом. Возможно, он впоследствии нам отдаст гитару как раз для Сидоровича. Так, квест на динамит. Волк, я нашел динамит, вот, держи. Получен предмет. Так, недавно спасибо тебе, Митчины. Большое дело сделалось. Меня прочитать. Рад был помочь. На трамплин, похоже. Нужна работа, ну, что-нибудь при меня. Убить мутантов на ферме. Нет, пока эти задания не интересны. Так, что нам он вывел? Перепил спиртяги, пока по зоне шастал. Таких визуально все понимаешь. Ну все как трамплин. И тебе грунт светлее, на кромке приплюснут. Патрон с улучшенными баллистическими характеристиками. Верно. Так, значит, присел, взял камушек с земли.